это твой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай. В лучах оконного света так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает про такое. Левая нога молодец, допустим. Правая где? Правая. Давай. Спину выпрямляй. Давай. Правая, левая. Тим, я вот здесь еще положу, на всякий случай, что-то я... Правая, Ярик. Давай, давай, получается, класс, а? Давай, 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 хорошо. По очереди, давай. Двумя ногами, говорит, я сам двумя ногами. Нет, так прыгаешь. Поочередно. Раз, правая, два. Левая, видишь, раз, Дима показывает. Два, раз, два. Раз, два. Две ноги, ну давай, Яр. Я тебя сейчас точно откачу куда-нибудь назад. Или смотри, я тебя сейчас докачу до сетки, и мы уйдем пить кофе. А ты пока до Дайвалки не дойдешь, никуда не убежишь. По очереди, Ярик. По очереди ногами, ты можешь. Давай поочередно, как Димке. Левая нога молодец, допустим. Давай. Правая где? Правая, давай. Спину выпрямляй. Нет, Ярик. Нет, не прыгай. Ярослав, не двумя ногами. Тебя свету слушай. У тебя хорошо получается. Снимаю, давай, снимаю. Давай. Вот, смотри, включено, видишь? Давай. Снимаю, поехали. Давай дальше. Только хорошо. Давай, Ярослав, молодец. Вот. Умница. Давай. Ярик, не отвлекай. Нет. Нет, поочередно, хорошо. Давай. Давай. Нет. Ну ты сделал, теперь делай нормально. Поехали, давай, хорошую съемку. Прямо на меня. Вот. Хорошо. Давай, дальше, давай, дальше, давай, давай. Давай, давай, давай. А то сейчас назад откатимся опять. Давай, давай, давай. Вот. Еще. Давай, поехали. Будешь баловаться, увезу вот туда. И мы пойдем все пить кофе. Левая нога хорошо работает, правую тоже поднимай. Вот. Давай, левая, правая. Я раз, по очереди. По очереди, Ярослав, давай, давай, хорошо, давай. Давай. Агай. Получается, давай. Давай. Вот, раз. Нет, поочередно, Ярослав. Ну что ты его надо взять? Смотри, потому видишь что назад? Баловаться. Давай, опять вперед. Договор есть договор. Давай. Начинаешь раз, баловаться, уезжаешь два. Назад. Раз, два. Вот, 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 молодец, молодец. Спина. Ярик, спина. За спиной. И голову, Яр, поднимай. Голову ровно. Не, поднимай, поднимай голову, Яр. Голову. Ты как голову разблокируешь, у тебя все хорошо, Яр. Нет, зачем ты дерешься? Я-то это вину сейчас, я слюник просто. У тебя все хорошо. У тебя классно получается, молодец, умница. Давай, поехали. Давай, давай, давай. Отхожу, отхожу, давай. Яр, у тебя все получается. Поочередно. Слушаешь, слушай, давай, делай, давай. Давай, вперед. Давай, раз, два, раз, два, раз, два. Молодец. Вот, вот. По-нормальному шагай, не выпендривайся. Спину держим, спину расслабляй. Расслабляй спину. Ярослав, вот, поехали. Давай, право, лево. Я тебе сейчас резиночку в голове привезу. Выпрямляйся. Или иголочку. Давай, 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 давай. Вперед! Вперед, ногами ходим, давай. Работают. Давай. Вот, спину давай. Держать. Яр. Теперь нога. Молодец. Молодец. Давай, давай, давай. И спину. Спину вперед, Яра. Расслабляем спину. Нет. 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 Давай. Дальше. Давай. Я сбоку давай, снимаю, давай. Вперед. Я сбоку Ярик. Снимаю. Иди. Другой ракурс. Давай, пошел быстрее. Нормально. Поочередно давай. Давай, теперь чуть по-другому сделаем.
Раз ты сидишь и делать ничего особо не хочешь, усложним. Стоять на месте. Один. Я говорю, стой. Сейчас, стой! Сейчас посмотрим, как ты там балуешься или не балуешься. Будет раз. Ты тогда вообще крутой. Молодец. Толкай. Ага, ему назад их чуть-чуть туда. Это раз. Яра, ногу выпрямляй. Это два. Вперед. А ну, давай. Голову нет. Ярик. Поднимай, поднимай. Видишь, она криво голову стоит. Давай. Ровно ставь. Вот. Вот. А мне кажется, ему сейчас легче ходить стало, да? Мне тоже так кажется, что... Он как-то ровнее встал. Да. Давай, поехали, давай, давай. Класс, умница, давай. Шикарно. Дальше, ну, в разные давай стороны. Давай, 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 супер. А, давай. Давай, ты мой герой. Ярик, вперед. Давай, покажи мне. Класс. Ты, конечно, умница, я знаю, что ты умница. Давай, 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 шагай. Какой умница. Поехали, давай. Крутой умница. Давай, когда стараешься, ты умница. Давай. Шикарно, смотри как. Еще раз, в следующий раз уже будешь вообще сам. Ноги разворачивай. Нет, ноги, Ярик, выпрямляй. Нет, давай, разворачивай. 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 Разворачивай ноги. Разворачивай. Если в эту сторону получилось, то я в другую развернулся. Так. Опускай. Получится, получится. А. Опускай. О, опа, вот встал, я молодец. Я сейчас еще и подстежку сниму, на которой сидишь. Давай. Яр, выпрямляй ноги. Пошел, молодец, вот, встал, дальше, молодец. Умница, шикарно, давай. Дальше. Молодец, молодец. Слайдер надо толкать так туда, куда едут скивилы. Ну, я туда вот толкаю. Нет, они у него идут ровно по полоске, а ты его заворачиваешь. Да? И его перекрутить начинаешь. Все понятно. А вот сейчас ты это делаешь специально. Разворачивай, разверни обратно. Давай, разворачивай ноги. Можешь, можешь. Можешь. Не умрешь, еще никто от этого не умирал. Давай, давай. Разворачивай. Давай, я... давай, у тебя все хорошо получается, вот, когда супер стараешься. Давай. Никто не умирал еще от этого, давай. Ванька же он не умер, уже закончил занятие, уехал домой. Давай. Вот. Вперед, 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 давай. Раз, два, раз, ты просто два, слишком много раз, балуешь. Раз, два, раз, два. Во, молодец. Крутой. Умничка. И все, да? А теперь разворачиваемся. Так, давай, солнышком. Пяточки. Левую, левую. Как, носочки? Левую, Яр, разворачивай. Ярик, давай разворачивай. Левую, начинай, разворачивай левую. Яр. Давай, не пыхти. Давай, давай, давай. Ваньки, можешь, можешь, давай. 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 Яр. Ярик. Давай, давай, крути. Еще. Крути. Руками держись. Много. Яр, руками держись. Давай, Ярик. Нет, он разворачивается только. Давай, давай, ногу. Вот. Да, вот, все, молодец. Вперед, все, пошли. Держись. Все, теперь держись. Там, держись. Угу. Держись. Поймал фишку. Я рука. За перекладину. Давай, давай. Руку разверни. Разворачивай. Молодец, раз. Давай, вот. Давай, пошел, красавчик. Все, вперед. Держись. Держись. Нет, Яр, надо держаться, не прыгать. Ты прыгаешь. Ярик. Сейчас у него в эту сторону пошли ноги. А. Ноги. Раз, два. Вот. Раз, два. Следи, смотри, разворачивай ролики. Яр, слова это такого Ярик, нету, давай. Вперед. Ну и что ты тут мне запутался? Яр, ты обратил внимание, давай, если ты давай, не прыгаешь, вперед, а катишься, у тебя все хорошо получается. Не поднимай ноги, а просто их кати. Тогда у тебя получается вот, хорошо. Отлично. Вот. Смотри. Не прыгай на них, а просто кати. Тебе нет даже возможно вернуться 10 минут компьютера. Разворачивай. Не кати. А, то есть не прыгай, а кати. А. Ой, да. Давай, разворачивай. Или сейчас сойдет. Давай, разворачивай. Еще разворачивай. Вот, смотри, не просто мы зад двигаем, а как а, вот он сейчас делает по полукругу. Угу. Ярик. Он специально оттуда, чтобы развернуть ноги. Давай. Давай. Разворачивай. Еще, аккуратно. Ты объясняй языком, Яр, тоже помогай. Говори, что я вот так объясню.
Ну только если ты будешь один сам, у тебя это не пройдет. Давай, молодец, вперед. Молодец. Давай, давай, еще чуть-чуть. Давай. 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 Ярик, давай. Пошли. Давай, все, не прыгай. Яр, не прыгай. Ногами. Мы пока приехали чуть раньше. Нас подвезли. Вот, поэтому сейчас покушаем. Сейчас покормлю. Потом будем переодеваться. Погода шикарная, тепло очень. Но в толстовке, потому что на Акване там холодно. Как-то было холоднее. Сейчас вроде дождь. По тучкам смотрите, ну не знаю, будут тучи, не будут. Будет дождь, не будет, непонятно. В общем, посмотрим. У нас уже последнее занятие, мы уже на, как его, боевая готовность вроде бы, как его получается такая. Потому что следующую неделю, только вторник, будет уже праздник здесь. Ну, как бы прощание получается, проект, он не закрывается, но уходит на каникулы. Как будет следующий год, не знаю, посмотрим. Вот, так что, ну, я сейчас не хочу здесь сидеть, поеду домой, съезжу, немножко хоть передохну просто. Дальше будет видно, как оно будет. Ну, тучки так, накрывают. У нас девочка привезла, которая занималась с Ярой, она же меня привезла. Она же меня подбивает, чтобы садиться за руль. Надо уже тоже думать об этом и учиться водить. Не знаю, посмотрим. Вот страшно. Правда, очень страшно. Показать цветы, которые мы вчера взяли. Сейчас, пока Яра на занятиях, Эмили сажает. Вот эти. Бегония. Вот это бегония. Это, не помню. Это клубника. Вот Яра, Яра. Сима за ним, конечно, носится. И Семилька вот эти. Вот это то, что видно, надо будет суккулент, да, пересадить? Да. Батя поковырялся в нем, чтобы он сказал, что он у него торчит без земли. Что у вас с цветком, когда он у вас упал? Его Сима скинула. А, то есть он падал на самом деле, да? Да, его Сима скинула. В общем, вот так. Вот так сейчас Эмилька пересаживает здесь. А Сима охранник, ну, пройдет. Сима охранник. Сима, да, Сима здесь прям вот у нее. Ей плохо. Плохо Симе прям. Ей нужны эти цветы. Ее не пускают. Что там? Что ты хочешь показать мне? Тихо, только не, не надо. Давай пошли, пошли, да. А. Тихо. Разворачивайся ты что? А? Давай, разворачивайся. Тебе что? А. Давай, разворачивайся, иди. Не, не надо далеко ползти. Ты оттуда хочешь ползти, что ли? Давай. Тихо. Я в звуке, тихо. Тихо. Посмотрите, как это. Давай. А. Все, пока, пока, пока. Да. Ой, ну я не могу. И я тебя люблю. Все, все, все. Пошли, хорошо. Я. Все, пока, пока. Пошли. Вроде человек бы. Не помогает. И сейчас я пылесосилась. Пошли, помощник. Да ну, Люш, да? Как стараюсь? Ну, это видно. Он встал сейчас, он стирает вот сам. Я потом поснимаю, ну как бы я снимала для большой камеры. Пошла. Это Яра здесь целую панораму снимает. Только тихо. Пошли, только тихо. Пошли. Привет. Смотри, ну уже все, закончил, да? Давай, у нас киносъемка. Привет, здрасте. Сам попрощался с девочками. Ужас. Пошли. Я закончил. Пошли. Закончила, молодец. Закрой дверь. Давай, пошли. Идем, мне сейчас уже зарядник закончится. Идем. Ага, стой. Все. Мама пошли. Яр, пошли все. Тихо, тихо. Сейчас. Пошли. 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 Взять тебя? Давай.
Привет, пошли. Кинотеатр. Пошли. Я равна с киноактером. Все, пошли, только тихо. Еще надо руки помыть. Тихо. Все, спокойно. Пошли. Аккуратно. Все, поднимайся. Пошли. Ты еще должна буду за шариками спуститься тоже. Пока мы кушать садимся. Мы к празднику готовимся. Надо, да. Шары. Честно говоря, уже сил не было. У нас была это не шпировка, это был гурт. А как-то его вот готовила, остался. Что? Шары принесут домой сейчас. Они у нас будут лежать. Стоять, висеть, в общем. Гелевые. Короче говоря, здесь был гурт. Я тушенку открыла, покидала. И помидоры с огурцами порезала. Короче, у нас сегодня такой вот ужин. Опять лайтер, когда нет Андрея, мне полегче. У меня дети как-то они сами. Ну что? Ну, я когда придут, я не знаю. Когда будет сейчас. Пол восьмого, не знаю, когда он собирается. Напишет, когда придет. Поэтому сейчас мы кушаем. И посмотрим. Что будем делать дальше. Нам еще уроки садиться надо. Огурец там держит. Сима кушает у него огурец. Сим, тебе немного целый этот? Давай, еще ешь. Не кричи ты. Ты еще просто. Ты еще твои эти. У нас уже прошел весь день. Практически позанимались, посидели с Яриком, сделали уроки. Ну, не все, как бы, да, в основном география. Уроки вот эти не доделал, которые педагог дает. Но она уже так, это, в принципе, последние дни. Завтра пятница, считаю, что вообще уже конец года. Вот. Потом я немножко отдохнула, повалялась. Сейчас тоже так себе позволяю полежать, отдыхать, потому что, не знаю, устаю. И даю возможность просто отдыха. Я повалялась, полежала в соцсетях, посмотрела там, поковырялась немножко. Сейчас промонтировала ролик. Вот Ярику буду кормить. Сейчас шлю себе чай, сделала. Просто попить. А Яре я сделала сейчас с творогом. Кстати, топинамбур прошел. Банан и сейчас топинамбур. Так, творог, банан, топинамбур. Все, сейчас даю себе чай, пойду пить, кормить и отдыхать. Хотела, пыталась, правда, я еще сегодня покрасить шкаф. Но что-то потом решила, буду отдыхать. Милька закончила, она чуть провозилась весь вечер, устала. В итоге легла спать, рано уснула. Сейчас уже дрыхает, Яра идет ко мне. Все пытается стерку устраивать, а я ему не разрешаю, потому что у меня шары, мне сейчас не нужны, чтобы была перемена влажности, сырости. Я себе обогреватель немножко включала, я не знаю, как они доживут, не доживут, но надеюсь, что доживут, в общем. И... Что? Помыла, почти помыла посуду, но не до конца, немножко кастрюлю замочила, потом попозже уже. Что случилось, Яра? Яр, сейчас мы посуду не моем и машинку не стираем. Мы сегодня ничего не делаем. Все, мы сейчас идем окушаем и отдыхать, спать. Да, да. Нет, опять кстати, поцелуйки на свои. Давай вырубай. Что? Нет. Мы не стираем ничего. Давай кушать и спать уже, отдыхать. Слышишь меня? Потому что, ну, день, конечно, такой прошел, у него ролики, обратно после роликов он, кстати, тяжело идет, ноги устают, но он позанимался, но я сама, я могу, у них сегодня было всего их четверо, то есть внимания было достаточно много, значит, эти педагогов трое, это практически даже трое, четверо, ну да, сегодня психолога нету, но три человека педагогов и четвертый это администрация, но они, получается, администрация, она, которая девочка, она сидит, она сначала сидит здесь, но она занимается и такими делами, но когда дел нету особо, то в основном, когда занятия идут, когда там надо какие-то вот у них, ну, во время, получается, не то, что там не игровые, они больше как какими-то... Яр, хорошо, что? Не то. Что не то? Мы все...
Не поняла эти. Мытья. Миши не было. Ну не знаю, что он не ходит. Почему он не ходит? Ничего не сказали, почему он не пришел. На праздник придет. А сегодня почему не пришел, не говорили? Не звонила Наташа? Ну ладно, тогда пошли. Идем кушать. Всё, я уже не спать хочу. Много всего пришлось пока. А, еще же я в магазин, я, получается, еще домой вернулась, потом пошла за ним, его забрала, я с ним приехала. Поэтому думаю, ну, раньше, конечно, у меня селок был. А, ну мы еще и убирались, я пришла, помогла Мике убраться. Потом мы напылесосила, а я полы помыла, пока Яру переодевали. Ну, естественно, конечно, много чего. Только не покрасили. Ну, так наш ремонт и идет. Идем кушать. Не красили, шапку не сделали. Шапку надо завтра 100% все сделать. Давай, пошли, Яр, все. Так, ладно, все, заканчиваю. Всем спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии. Я слушаю, за ваши пендели. Стоп, нет. Эмоции. Успеешь, стой. Успеешь обнять, если ты будешь вести себя нормально. Стой, Яр. Не торопись. Я сниму, если ты будешь нормально себя вести. Спокойно. Успокаивайся, спокойно все разговаривай. Дева! Яр, ты машинку ты там отдолбал. Всем пока. Все, я слышу, почитаю. Не понимаю. До завтра? Что дальше? Говори. Ну, что ты? Габа. Что? Где? Дальше. Я. Ну, ты сказал шапку делать. Что? Я не убью. Почему? И ты стала стереть, чтобы кушать, да? Поэтому пришлось пока тебя кормить. Угу. А сейчас не получается его оставлять. Я раньше могла его оставить уроки делать. Ну, то есть там география, литература, математика, русский. Я с ним сижу, а так это вот литературу. То есть, а он сейчас включает, говорит, иди. А сам научился, переключает и сидит, а что-то другое. То есть он параллельно и урок слушает, и параллельно решает примеры. Естественно, какие-то домашку. Там план домашки бывает вся, естественно, она с ошибками. А потом я поняла, то есть чтобы он ускоряет время, облегчает, он домашку делает во время урока. И получается, естественно, он не слушает и урок, и домашку делает с ошибками всю. Ну и поэтому мне приходится уже никуда не уходить, ничего, я просто беру телефон, ложусь так, чтобы было поле зрения у меня компьютер. Его именно, я раньше еще так тоже ложилась по другую сторону, чтобы его видеть. Когда я ложусь, чтобы его видеть, то он тоже, он видит, что компьютер, я же компьютер не вижу, и он сидит в компьютере, там резвится. А я сейчас уже так это ложусь, чтобы видеть компьютер именно, чтобы что у него там. Габа! Что? Габа! Мы обе. Железо. Это цветные металлы или черные? Мы. Яр. Черный. А если добавляешь туда уголь, то что получается? Из чего состоит? Из каких? Вот это из чего? Что за металл? Батарея. Вспоминаю. Кира. Нет, непонятно. Из чего? Какое? Из чего она состоит? Я. Вот это из чего? Это что? Из чего сделано? То есть не... Блин, а вот. Не из чего состоит, а состоит. А из чего сделано? Из чего? Правильно сказал. Говори еще раз. Ты же сказал. В какой-то момент сказал, а потом опять ушли мысли. О, география мира. Все реки. Посмотрите, какие вены. Ужас.
Все. У нас заканчивается уже съемка. Батарейка, так что будем уже отдыхать. Что 5 минут? Что? Что на праздник? Я сам могу дальше. Само предложение какое-то. Не трогай вот этот. Убери руку и говори. Что ты хотел сказать про это? Будьте пары! Будьте! Ну, дальше. Будьте пары! Я говорю! Когда? Руку опускай. Дерьмо! Дерьмо! 31 мая. Штилем. Что, ну, говори, что там? Штилем. Ну, говори быстрее. Мам. Будет праздник, я сам, я могу. А в честь чего будет праздник? Вер, в честь чего будет праздник? Ну, вот праздник, чему он будет посвящен? Для чего вас собирают там? Летние каникулы? А что? Где? Где это что такое? Летние дни? У вас каникулы начинаются, уже последний день. А ты говоришь, летний день, не последний день у вас праздник, и вы уже как прощаетесь за то, что уже закончилось до следующей осени. Вы сейчас на каникулы уходите. И в честь этого праздник. Чаепитие. Ну ты думал, кому-то день рождения, что ли? А? Долго думаешь. Все, пошли. Я могу. Что я? Пай. Ну, праздник, я сам я могу. Там у них, но я сам я могу праздник, правильно. Что нет? Я могу. Я сам я могу, что праздник? На улице. На улице? Что? Я могу. Ты на улице скажешь, я сам я могу? Я увидел. Увидел? Ой, в общем, все понятно. Там у них что-то еще подготовка идет. Я так понимаю, что он рассказывает мне детали того, что там будет на празднике, да? Там праздник рассказываешь, да? Поэтому сам праздник рассказывает. А... Все, заканчиваем. Спокойной ночи. Мы узнаем это во вторник. Уже во вторник узнаем, что за праздник. Все, пока-пока. Все, Яр, давай. Уже спать я не могу. Быстрее! Все, давай. Бегом-кай! Камера уже отключается, горячая. Бегом ко мне кто? Не надо рассказывать праздник, мы придем и посмотрим, что там будет. Давай. Кайфиля! Все, все, заканчиваем. Сейчас будут рассказывать весь праздник, мне не нужно. Придешь на праздник и расскажешь там. Все, всем спокойной ночи. Загрузили вас на ночь глядя. Яр, все, я уже спать хочу, честное слово. Гамма полое. Все, всем пока-пока. Гамма полое. Ну, сама посмотрим, да. Глотай слюни, говори четче просто. С ним. Хорошо. Я объясню. Объясни. Хорошо. Я слюни глотаю. Гамма полое. Мама.
в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай в лучах оконного света. Так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зима, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь? Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра, и врать, что дарят цветы. Конечно, если б не он, ты не встречала б рассветы твоей холодной планеты, в которой делят мосты. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зима, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закрыть?